Сидите дома на карантине, а точнее лежите и поедайте все, что гвоздями не прибито. А ведь совсем скоро лето, значит, самое время превратить это мягкое и ворсистое пристанище всех лентяев в новый спортивный снаряд. Эффективное упражнение для ваших ягодиц – это приседание на одной ноге. Встаем боком к дивану, ставим на него прямую ногу и с небольшим наклоном корпуса вперед приседаем. Важно отводить таз чуть назад и следить, чтобы колени были параллельны стопам. Вдогонку на целевые мышцы делаем болгарские выпады. Ставим правую ногу на диван и опускаемся в присед как можно глубже. Опираемся на пятку ноги, стоящую впереди, и поднимаемся в исходное положение. Диван может выполнять роль брусьев. Упритесь руками в край дивана. Сидя к нему спиной, вытяните ноги вперед. Делаем отжимания, выталкивая тело вверх с помощью сил рук. Классические скручивания для пресса вообще противопоказано выполнять на полу или на любой твердой поверхности. Поэтому диван идеально подойдет для этого упражнения за неимением специальной скамьи. Ложимся на диван и перекидываем ноги через боковину. Выполняем скручивания в укороченной амплитуде, нагружая верхнюю часть пресса. Руки можно держать вверху. Важно не отрывать поясницу и не задерживаться внизу. Для более усложненного варианта ягодичного мостика используем резинку и пуфик. Это добавит амплитуду исполнения, что поможет увеличить нагрузку на целевые мышцы. Максимально высоко поднимаем таз, напрягаем ягодицы и задерживаемся в этом положении на несколько секунд. Конечно, эти упражнения не заменят силовые тренировки в тренажерном зале, но на период карантина, чтобы держать себя в приятной форме, они идеально подойдут.